Путешествовать во времени возможно, просматривая кадры исторической хроники. Иногда всего лишь короткий трехминутный эпизод может передать суть событий. Ровно 25 лет тому назад на Восточном фронте началась операция по освобождению Кочары и завершилась победоносно в первых числах декабря. Об этих и других фактах я узнал, отправившись по следам музыкальной истории из видеохроники. На старых пленках времен войны запечатлены много песен, танцев, смеха и добрых улыбок. Как ни странно, но жизнелюбие было характерной приметой, колоритом того героического времени. Четверть века тому назад здесь, в Тиловской сельской школе, группа бойцов готовилась к своему очередному наступлению. Какое-то время было роем, и какие это были люди? Это где-то числа 26-27 ноября 92 года. Это один из классов средней школы села Чилово. Один из двух классов, большие классы нам дали, и мы вот жили в двух этих классах, там буржуйки нам принесли, чтобы комнаты отапливать. И мы ночевали там несколько ночей, две или три ночи ночевали. Вот это между, перед наступлением на Кочару. Тут в основном репатрианты из Турции, а вот солист, это Одик Аджинджел, наш певец эстрадный. Он попал, он был на гастролях в Турции, когда тут война началась, и их молодежная вот эта группа эстрадная, они вместе приехали и так и записались к нам в нашу группу. Вот. Все, в основном, ребята, они из Турции. Вот это Ведат Куацба. Это один из последних кадров. Вот на второй день во время операции его убьют. Вот Ахмед Акуйба, например, вот парень провоевал, и не дожидаясь никаких благ, ничего, он просто молча собрал свои вещи, уехал в Турцию, и вот за все время, где-то на 20-летие Победы, он приезжал один раз буквально на несколько дней. Он сейчас в Турции находится, занимается строительным бизнесом, вроде у него все в порядке. Вот это Беслан Блаб, сукумчанин парень, который вписался в наш отряд, и вот сегодня мы прошли вместе, он, слава богу, живой, здоровый. Сегодня один из
директоров крупного предприятия в Сухуми. Вот, растит детей, один из них уже чемпион России по борьбе. Такая красивая у него семья, такая настоящая абхазская красивая семья. Биргюль Чуаз. Вот, ты спрашивал, вот, что за люди, да? Вот, совершенно разные люди, да? А эта женщина, которая приехала как журналистка, был такой журнал в Турции, выходил на турецком языке, журнал «Диаспоры», она называлась «Нарциссы». Вот. И она приехала как журналистка на Всемирный конгресс Абаза, несмотря на то, что у нее были трое детей, она сбежала от этой группы, влилась в наш отряд, и мы так и не смогли ее прогнать к своим детям. Вот, она осталась медсестрой. К сожалению, умерла после войны уже в Москве. Ее дети, дочки, живут в Абхазии. Вот Эрджумен Лазария, да? Ему было 17 лет, когда он сбежал. Сбежал от родителей, приехал на войну, родители долго искали его. Сами понимаете, тогдашние коммуникации не позволяли так быстро находить. Месяца 4 его искали, потом отец приехал все же. И вот где-то в середине войны просто выпросил его. И я помню, когда он уезжал со слезами на глазах, что он оставляет нас, что он все равно сбежит и приедет. И в конце войны он так и сбежал, все равно приехал. Был слегка ранен в Гаграх. Вот. Сейчас жив, здоров, живет где-то в Европе. Тоже один раз приезжал за 25 лет, один раз только я его видел. Это наш известный бывший депутат, ныне предприниматель, Сонер Гогуа. Он и неплохо пел, и танцевал красиво. Это Ридван Агрба. Прекрасная у него семья, живет здесь в Абхазии. Большой патриот, большой души человек. Фактически не изменился, как он был, такой же и остался. Дети уже взрослые. Вот Музафер Чкуа, он живет в Абхазии, у него уже тоже взрослые дети. Это Осман Шамба, он некоторое время уехал в Турцию, и вот уже последние вот лет 10 уже здесь находится постоянно. У него здесь кафешка, дети тоже взрослые. И вот еще один вот наш чудный Ахмед Барчан, тоже было 17 лет, когда сбежал на войну. Он, слава богу, живет в Абхазии. Единственный, кстати, в группе, которые еще не женаты. Остальные всех уже, слава богу, определили. Тогда на Восточном фронте для абхазских войск сложилась достаточно непростая ситуация. Противник фактически мог оказаться в тылу абхазских позиций, прорвав линию фронта и расколов ее пополам в районе села Квачара Чемчильского района. Чтобы упредить подобный ход событий на Восточный фронт, из Гудауты на двух вертолетах была переброшена группа бойцов в составе 60 человек. Она в основном была укомплектована из числа добровольцев из Северного Кавказа и репатриантов. Им также поддержку оказывали бойцы из группы Мучни Хварцкие, Шаратын и отряды ополчения из местных жителей. Но именно марш-бросок длиной в 14 километров и правильно выбранная тактика ведения боя отряда сыграла ключевую роль в ее удачном завершении. Журналист и историк Рой Нагрба был участником боевого отряда репатриантов, ведь он сам в какой-то мере один из них, вернувшихся на родину по зову крови. Пересматривая старые архивные пленки, я обратил внимание, что все ребята как на подбор. Что это? Случайность? Вообще, люди, которые готовы с собой пожертвовать, готовы отдать свою жизнь ради идеи, тем более так и ради такой святой идеи, как Родины, они становятся красивыми. Кстати, и не только по этим ребятам, даже по другим архивам, когда смотришь, такое ощущение, что вот все погибшие, которые потом погибнут, они вот в те моменты, они очень красивые, да, и духом, и телом. Видимо, что-то здесь есть, такое мистическое, да. Ну, с улыбкой на лице, там столько анекдотов, столько приколов было. Я не помню, что кто-то унывал. Особенно, да, даже во время боя у нас было столько приколов, сегодня мы перерассказываем, уже как анекдоты уже ходят.
Даже во время боя они рождались, а даже во время боя мы не унывали, и не было как бы печальности или там какого-то... Не знаю, это что-то происходило мистическое. Видимо, каждый подсознательно осознался слишком короткое время, у него остается, потому что следующий может быть он сам. И тут столько положительной энергии, да, вот столько вот позитива они излагают, что они светлеют. Они действительно как становятся как красивыми светлыми людьми. Зов крови, генетическая память наверняка пробуждают, активизируют скрытые ресурсы человеческого организма. Пробуждается духовное. И, наверное, поэтому в воспоминаниях ветеранов так много рассказов из области мистики, пророчества. Много мистического связано с этим человеком. Дело в том, что буквально за 20-25 дней до этого, до его гибели, погиб его друг, наш друг, товарищ, в первом шумском наступлении, его тело забрали. Но могилу вырыл он для своего друга. И когда решение было принято, чтобы его тело отправят в Турцию, там родители требовали. Он с таким негодованием, когда я приехал, хотел его вытащить. Я говорю, останови, я говорю, могилу, все, хватит. Его забирают. Разозлился, землю берет так, об землю, и грязный весь такой. Говорит, нельзя могилу оставлять пустым. Кто-то ляжет в эту могилу. И по иронии судьбы мы его похоронили именно в ту могилу, которую он собственноручно вырыл. И еще второй момент, буквально за несколько минут до смерти он страшно боялся холода. И буквально за несколько минут, пока ему в засаде пуля не попала в голову, он Ридвану Агрба сказал, что чего стоит сейчас одна вражеская пуля, чтобы вот это холода не чувствовать, говорит, в себе. То есть он страшно боялся, мы были промокши полностью. И он очень плохо переносил холод. Там был один случай, вот один из этих погибших, Аргун парень, погиб у нас в апреле. А его мать приехала впервые, она уже старая довольно. А впервые приехала на День Победы. И мы с ней вместе, там, друзья, собрались, поехали на его могилу. И в один момент я обратил внимание, что когда она оплакала своего сына, она не могла долгое время, она болеет, старая, не могла ездить. Тогда не было так свободно, как через Сочи можно приехать. Блокадный момент и все тому подобное. Много риска. Вот. И она присела на могилу, и я заметил, что что-то она делает, как бы залезла туда, в могилу. И я увидел, вытаскивает пучок земли, бутылка воды пластиковая, готовая у нее была, и она открывает крышку и запивает этот. Я впервые вот увидел это абхазское выражение, есть, да, «нышс фандас». Вот. И она сделала, впервые я увидел, что человек действительно... Вот это поедание земли, вот она осуществила на моих глазах. Хотя я чуть не, еще от бабушки еще знаю, да, это выражение, чтоб я ел землю, да, и она съела на наших глазах. Thank you.
такой случай, кстати, связан с Содиком и с Низамом. Это мы с командиром с разведкой пришли, всю ночь разведка ходили и завалились у печки, там, чтобы высохнуть, там, и вырубились спать. А это было в селе Моква, старое, небольшой клуб такой, местного значения. А там ширмы были, за ширмами, оказывается, рояль стоял. Я во сне слышу обалденную музыку и как бы во сне думаю, ё-моё, неужели я в рай попал, что вот такую красивую музыку слышу. И я окончательно проснулся, это как бы между сном и явью, проснулся, когда матом заругался командир, говорит, дайте хоть поспать, говорит. И оказалось, что этот Низам с Содиком сидят и музицируют. Вот. Дайте, сволочи, поспать, говорит. По рассказам очевидцев, грузинские солдаты оставляли села Квачара без боя, то есть в буквальном смысле убегали, имея при этом численный перевес. Наши ребята психологически сломили их сопротивление. Казалось, что в атаку идут как минимум 5000 человек. Наши отряды понесли потери по дороге обратно, в штаб, в село Чилоу, попав в засаду. По словам Ройна Агрба, именно здесь, на подступах Квачара, еле унес ноги руководивший грузинской обороной села сам Китавани. Об этом он рассказал в одном из интервью так. «Я видел лица этих ребят и чуть не попал в плен к ним». Ваше сложившееся боевое братство во время войны. Вот мне интересно, во что оно переросло сейчас? Что-то удивительное происходит, наверное, после 20-летия. Видимо, нас все меньше и меньше становится, и все крепче и крепче. И пытаемся вот, как бы каждый раз вот, не пропустить какое-нибудь событие. Могилы у всех, у ребят наших, они благоустроены и... довольно в хорошем состоянии. Год несколько раз мы туда ездим обязательно, это если это религиозный праздник, праздник усопших. Ездим, так, Дню Победы ездим, или день рождения кого-нибудь из этих ребят, или день смерти. Вот мы обязательно на эти кладбища ездим, и кладбища всегда, несмотря на то, что родственников их здесь нет. Вот. А их могилы очень ухожены, и флаги всегда свежие там висят. Ну, молодцы ребята, вот это вот, не теряют вот этот дух единства. Вот такую героическую историю я вынес из очередного путевого маршрута по следам одного эпизода «Хроники нашей войны». А также я узнал о том, что в Чилоуской школе на средства самих же ветеранов были отремонтированы два класса,
и они носят имена Видата Пацба и Бахадыра Абагба. И пусть выпускники этой и других школ пронесут в своем сердце имена ребят и эту память. До встречи в путевых заметках.